Эта компания, по-моему, из Германии. Мы их давно снимаем. Она по стилистике своей очень скандинавская. Допущу мысль, что она откуда-то из Гамбурга, где-то из тех краев. Хотя всякое может быть, потому что стилистика и у итальянцев встречается скандинавская. Все очень практиш, квадратиш, жгут, хотя при этом не без утонченности и хорошего вкуса. Хочу показать здесь, как сделано из CDF Aluminium Plated, то есть это с отделкой вообще алюминиевой, судя по блеску. Разделитель. Он не будет экраном шумопоглощающим, он будет магнитным. Но есть и шумопоглощающий, из фетра. Мы берем толстый фетр. Он на что-то наклеен, я даже не скажу, или это просто многослойный какой-то фетр, который они режут вот так аккуратно. И он, возможно, воткнется в него булавка, приклеится, прикрепится любая бумага, какой-то план, что-то, что нужно в офисе. Это же может быть отдельно стоящим, вот в таких металлических лапках. Кстати, тоже снизу отделано фетром, чтобы оно не скользило. То есть мы можем разделить каким-то таким образом больше или меньше. Одно рабочее место, второе рабочее место. Ну, несложно придумать, какая конструкция снизу для того, чтобы в нее вставлять вот эти перемычки. Мы видим четырехместную рабочую станцию, которая разделяется несколькими способами. Есть еще и... Это акрил, это не стекло. Акрил, металл с магнитом, хотя сейчас есть краски, на которые можно магнитить, и это могла бы быть вообще интересная опция для разделения, и шумопоглощение. Еще 3 года тому назад стол с такой формой не мог появиться практически ни в чьих коллекциях, и у этой компании он был квадратным. Он остался таким же деревянным, таким же засиликоненным вот в этих трещинах, таким же демонстрирующим натуральность, но он уже стремится немножко маркироваться вот этими правильными геометрическими формами. Квадраты и полукруги, абсолютно четкие геометрические формы.